23 марта 2023 года я взял участок в субаренду, 8 тысяч квадратных метров. Этот участок находится в сельхозназначении, но на нем построены вот эти строения, уложен асфальт. Как вы видите, мы уже начали здесь приводить землю в порядок. Насыпали первый слой чернозема, за ним будет последующий. Но нам чинит препятствие ООО «Алиф». Вот эти строения стоят на нашей земле. ООО «Алиф» отказывается их сносить, подает заявление в суд на принятие сервитута. Недавно Левобережный суд вынес определение на то, чтобы запретить препятствие проезду и проходу через участок 328 к участку 519. Но мы как бы и раньше не препятствовали УАЛИ к проезду. Проезд у нас свободен, тем более здесь существует три проезда. Это первый вот здесь вот, где стоит шлагбаум установлен, второй сзади, и есть третий с другой стороны этого рынка. Там этот проезд принадлежит ООО «Алиф». Вот только вчера арбитражный суд города Воронежа отказал ООО «Алиф» в сервитуте. Всякими правдами и неправдами «Алиф» пытается нас дожать, вызывает постоянно милицию, провоцирует, собирает народ для того, чтобы препятствовать нашей работе. Ну, как вы видите, сейчас машины проезжают свободно, никто им ничего препятствий не чинит, проезд свободный.